Всем привет, с вами Ниагара и... И Раф, мы начинаем. Можно я опять посмотрю? Нет, не надо. Ты развернулся быстро. Ладно, мы... Что, стесняешься? Да, ты ущемляет мои принципы. Ой. Только после свадьбы. Ай, что мы... Каску какой-то? В бронежилете. Терпеть не могу. Мы здесь постараемся пробежаться, да, быстренько. Да, потому что надеюсь, здесь... Пробежимся. Да, и здесь очень много. И всех перестреливать, наверное, нет смысла. Толстяков тоже куча. И толстяков куча, и вообще всяких упырей. Висячих. Угу. Ничего себе. Приемчики. Подожди, понятно. Бежит. Ай! Бежит. Ой-ой-ой. Сгорел вроде, все нормально. I promise you, we're not gonna let Simmons get away with all this. Ты мост опускаешь? Молодец. Что, надо же пройти как-то. Кто этим займется? Ну, конечно же. Ой, ну конечно же, от скромности не умрешь. Кто, если не я? Да, скромность наградили. Да? За нами там погоня. Погнали быстрее. Валим нафиг. О, это крикун. Ёлки-блоки, а ну что ж ты там стоишь? Вот, вот так вот. Блин. Кончились патроны. Сзади еще крикун. Ой, не прыгай туда. Я уже прыгнул, поздно. Поздно. Я дальше пойду, ты там с кем-то разбираешься. Ай! Тут смотри, очки. Иди сюда. Подожди, я не могу пока прийти. А, ты упала? Ну там, не то чтобы я упала, мост обвалился. Так, вот здесь очки неплохие такие. Где? Ага. А, о, это ты все нашибал? Конечно. Для себя? Конечно. Щедро. Все. Так, что ж, идем дальше. Сейчас будет, по-моему, толстяк первый, мне кажется. Подожди, контрольная точка у меня. А, вон, Биг Мак стоит, вижу. Стой, подожди, а может быть его с винтовки снять, пока он не пришел к нам? Ну, давай попробуй с винтовки его снять. В голову цепься. Блин, уйди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Этот взорвется сейчас. А, хомяк побежал к нам. Стой. Да все, готов. Это мой толстяк. Так, смотри. Вперед смотри. Ну нафиг. Пойдем. Так, подожди, сейчас завалим вот этого. Кого? Кто там собрался заваливать? Вот, все уже лег. Ладно, пошли дальше. Тут постоянно кто-то рычит у меня в наушниках. Да, у меня даже тоже. Непонятно с какой стороны. У меня тоже рычит. Ух ты! Что происходит? Взорвался. У вас там что, мальчики, между собойчик? Меня забыли. Идем, не отставай. Да, здесь я. Еще один Биг Мак. Ага. Да, ёлки-моток. Назад, отойди. Отойди. Отхожу. Оу. Прибежал, черт, уходим. Двигайся. Да я вообще валю оттуда, да разбирайтесь сами. Что у тебя происходит, где ты? Спасибо за помощь. Да я приду обратно, что ты? Все, лег. Ну, естественно.
Ой. Что-то он на тебя прыгнул, что ли? Я не успел. Пойдем, ну нафиг, они здесь все время спрыгивают. Ни один патрон. А вот тут, смотри, можно, в принципе, разбить все. Может быть, здесь патрон будет. Угу, есть. Ух ты, черт. Леон показал свою карту. Конечно. Топором зарубил. Взял, вытащил из него и зарубил. Так, идем, я тебя подкину. Вот этот момент, когда они разделяются, мне совсем не нравится. Да, давай, будь добра там, не ляж. Не умри, в смысле, да? Я тебя сейчас прикрою, в принципе. Так. Я стараюсь. Да не орит, он и так помогает. Блин. Сейчас. Я помню, там у меня будет очень много всяких таких нехороших парней. Надо будет их отстрелять очень быстро. Так, выбираем, подожди, что-нибудь такое. Забывай про гранаты. Да-да-да. Эй. Бегут. Да блин! Какого лешего? Так, ноги в ноги. Так, я тоже стреляю в него. Ага. Он что-то обниматься хотел, по-моему. Побежал. Да блин! Ты-то откуда взялся? Ну, главное, что вот этот хомяк умер. Это все самое главное. Да, собери. Я пошла дальше. Так, дальше. Я куда-то бегу, подожди. Стоять. Да блин, нет, Елена, давай, короче. Сзади. Перезаряжается долго. Ой, нет. Да, что ж такое? Сейчас, подожди. А, у меня здесь, короче, артефакт. Давай, стреляй. Подожди. Хорошие парни. Блин, у меня 3 аптечки осталось. Ползет с динамитом прямо ко мне. Ой-ой-ой. Да не-не, да, нормально. Пончики с патроном. Да я справлюсь, я не знаю, что она орёт. У меня все под контролем. Я без патронов. Так что давай. Я бегу, у меня 20 метров. Держись. Иду. Я пытаюсь попасть с автоматом. Какая, говорит, здесь интересная система мостов. Да вообще. Ну просто класс. Отстреливайся. Да, не знаю, что-нибудь там делай с ними. Пинай. Все. Так. Блин, мне бы подлечиться, подорожника найти. Подожди, я тебя не могу подлечить. У меня нету спреев. Ну ладно, я. Двигаем такой камень, блин, как они его подвинули. Да, представляешь? Ну это же агенты. Американские агенты. Беги. Да я бегу. А, вон, я вижу артефакт. Стреляй, я его уже собрала. Ай! Скользкая обувь. Блин, а кто где бежит? Ай! Мы с тобой в какую сторону бежим? Правильно. Какую еще? Вот. Так. Сейчас, по-моему, побегу здесь сзади нас. Да. Сейчас начнут нападать. Не успеем покрутить. Плохая идея, ладно. Сейчас их стреляем. Кто где когда разводится. Ух ты.
Подожди, с этой стороны что-то нет никого. А, вон бегут, бегут. Так, давай покрутим. Все, да. Успокоились все. Что-то как-то очень медленно опускается мост. Да вообще не говорю. Там же они валят по-любому. Тормозной мост, блин. Все. Сейчас что, бежать? Да, бежать. Опять мы куда-то свалились. Как обычно. Ой, Леон. Где, чё? Живой? А-а-а, хомяк бежит. Рукнули, блин. Да что происходит? Так тебе что-то вообще не везет. Меня, кстати, подожгли. Успели. Подпалили. Подпалили. Нам подлечиться. Давай, давай. Че, вот. У меня не была активная кнопка. Блин, какая же дурацкая локация, а? Говори, я самое ненавижу. А чем-то она напоминает в пятой части, где они в этом городе бегали подземном, помнишь? Да, да. Что-то такое подобное. А, везде головоломки. А тут типичный экшен. Голливудский. Тормози, тормози. Как? Да как ему? Прикольно, тут камера работает. Ага. О, нет. Плыть. Как там быстрее-то плыть? Так, у меня пробел, у тебя быстрый рывок. Ага. Главное не забывать дышать. Угу. Там тебе мои ноги не мешают? Да нет, нет, всего лишь там в лицо попадали. Переживу. Ты меня обогнал, как? А вот так вот. Ай! Что происходит? Тот крокодил. Так. У тебя грибки что ли сильнее? Да, еще бы они у меня слабее были. Подожди, надо где-то подышать. Я здесь нету? Так, сейчас. Иди сюда. Подожди. Я не знаю, где ты, я упал. Ну, где ноги болтаются, там я. Где мы? Черт подери, где мы? Где-то. Какой-то дыре, блин. Так, не наткнись на зомбака. Ага, не хватает за ноги. Вот, сказал, не наткнись. А я не наткнулась. Что ты на меня ворчишь? Ты сегодня ворчун? Блин, а? Что у тебя там? Вот так вот тебе. Тебе месть за меня. Я не натыкалась. Вот, я тебя сейчас здесь буду ждать. Хорошо. Ну ты где-то близко уже, 5 метров. Да вообще близко. Вот. Я просто вот здесь стоял, ожидал тебя. Ну, а я плавала. Да не прет вообще. Не только сегодня. Да, реально что-то сегодня вообще не прет. Все, улетело. Да. Почему я?
драл меня этот крокодил. Это акула, блин. На. Господи, какая жесть. Давай, 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 идем. Отпусти ногу. Смотри на него, ногу зацепил. Так. Куда-то что-то там она ему воткнула. Лезем. Ну ты лезешь, я не знаю, я где-то там в пасти, по-моему. А я к пасти лезу. Ну что, сейчас приползу. По-моему, почти съели тут. Даблкил. Замечательно. У меня так джойстик вибрирует, мне кажется, он боится. Намек тебе кидает. Да. Так, мне же надо тут тебя будет прикрывать. Да. Так, это куда плыть? А, вот. Я не помню, не знаю. Всё, плывём. Мне так, надо выбрать так какую-то точку, такую нормальную, чтобы прикрывать тебя. Подожди. Ну, вернее, нет, не жди, ты плыви, плыви, я бегу. Я плыву, плыву, ты беги. Теперь я тебя буду подначивать. Ты плыви, плыви! Давай, давай, плыви, плыви. Держись там за что-нибудь. Да, я жду. Чё ей надо сделать-то? Так, тебе нужно открыть мне ворота. Каким образом? По идее, там должен быть рычаг. Где-то. Где-то. Замечательно, бегу. Я помню, что там, по-моему, рыбка должна нападать на тебя, нет? На меня, да. Но это после того, как ты откроешь мне... А, хорошо. Ну, сейчас я заставлю тебя ждать. Повиси там пока. Я тут поплаваю. Я тут пока все пособираю. Отлично. Все, я внизу. Не прошло и года. Запасись терпением. Я терплю. Терпи, терпи. Нет, я сюда, по-моему, рано пошла, да. А, ты еще туда рано пошла? Сейчас, сейчас. Ладно, ладно, спокойно. Чё, нервишки шалят? Подожди, ты нам, наверное... что-то сделать такого, да, посвятить. Вот, 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 вот. Молодец. Я испытывала твое терпение. Аплодисменты. Блин, а? Да. Давай, стреляй в меня. Действительно, щит. Причем полный. Ты выживешь, не волнуйся. Ну, конечно, ты что, я не сомневаюсь. Лейна, I need some backup! Не паникуй. Без паники. Я перезаряжаюсь, пока не паникуй. А, да? Я могу паниковать. Обычно, когда ты перезаряжаешься, нужно паниковать. Нужно пить валерьянку. Ты что, не запасся все еще? Не, у меня там всего 3 таблетки осталось. Leon, it's coming! Да, блин. Вот так вот. Ты моя как? Штаны сухие? Да, конечно. Плыви сюда. Что ты сказал? Моя школа? Да. Чего? Куда ты полез? Наверх? Да. Вот собирать. Нам здесь, вот здесь надо будет пройти потом. У меня туго с аптечками. Давай, пособирай.
У меня полное здоровье, 4 таблетки. Но нет никаких спреев. Да, это печально. Ну ничего. Это простимо. Так, с магнумом проблема, патронов нет. Всего 3 аптечки осталось. Вообще, как по идее, наверное, на этом моменте у него не должно быть магнума. Или должен быть? Конечно, не должно быть. Ну вот, а ты говоришь проблемы. Да, подожди. Так, что-то там с бочками, да, должно быть связано. А, сейчас сначала в ростер, да. Ай-яй-яй! Да, у меня патроны. Елена! Чё она творит? Так. Подожди, вот что сейчас происходит? Сейчас в бочку, по-моему. Нет? Не я жду. Бочку жду. А бы... Готово. Я увернулась. Отлично. О, вот, вот он этот момент. Все. Неужели все? Конечно. Мы прошли этот момент без фейлов. Да, зато другие. Да, ладно. Эх, блин. Такие моменты были легкие, в принципе. Они опять в разные стороны поплыли. Ну, наконец-то выплыли. То я уж думал, блин, засядем в этих канализациях. Реально достали уже канализацию. Да не говори. Не, реально бесячая локация. Стерилизуют местность опять. Как Raccoon City. Ну это у них так, привычка. Они постоянно все беды свои слова. After speaking with you, he left in a hurry. Shit. Where did he go? As he was leaving, he was talking to someone on the phone. He didn't sound too happy. Any way we can find out where he went? Don't worry. I've got a tail on him. He's on his way to the airport right now, where his private jet is preparing to leave for China. China? Yes. Take a look at these. What happened? Another bioterrorism attack. The BSAA confirmed it was the same one used in Eastern Europe 6 months ago called the C-virus. C-virus? We saw cocoons just like that here. We need to stop Simmons and take him into custody right away. We have no evidence. And right now, you two are on the top of their list of suspects. No. Listen, Hunnigan. I need you to fake our deaths. Can you do that? What? Of course. They'll figure it out eventually. What are you going to do? Going to China. Блин, романтическое путешествие в Китай. Ты, блин, у меня опять точность больше. Как так-то? Да я не знаю. Мне прет. Ранка у меня. Я же тебе говорю, мне надо дробовик тебе отдать. Давай на этом закончим серию, и мы потом продолжим. Хорошо, в следующей давай. Части. Попрощайся. Всем пока.